Привет! Привет! Хорошего денечка! Мы студенты-выпускники колледжа Московского гуманитарного университета 2019 года. Мы провели здесь прекрасные 4 года. 3 года! 1 год, 10 месяцев. И сегодня мы хотим немного поностальгировать. Может даже пустить мужскую скупую слезу и рассказать, чем же нам запомнилось время, проведенное в колледже Московского гуманитарного университета. Когда я поступил в колледж, я сразу понял, это уже не школа. Мы не просто учили уроки, мы осваивали общие профессиональные компетенции. Мы проходили практику на производстве, так сказать, пробовали свою профессию на вкус. И появилось очень много ответственности за свое будущее и за свою жизнь. Лично я считаю, что колледж – это не только учеба, но и участие и организация студентами различных мероприятий. Мы всегда поздравляем педагогов с 8 марта, с Днем Учителя, организовываем День влюбленных, участвуем в конкурсе «Визитка» и театральных постановках. О таких моментах остаются яркие и очень смешные воспоминания. Лично мне очень нравится, что у нас в университете и колледже заботятся об экологии. Мы участвовали в субботниках, мероприятиях «Зеленой недели». Да что студенты колледжа были награждены грамотами «Хранитель планеты Земля». Ежегодно проводится экологический форум. Мы стараемся приобщить студентов к решению экологических проблем современности и разрабатываем проекты по защите экосистемы России. А я люблю День здоровья в колледже. Мы играем в настольный теннис, делаем эко-поделки, рисуем аквагримом на лицах. Это одно из моих самых любимых мероприятий в году. Прежде всего, колледж – это получение среднего профессионального образования. Это отличный педагогический состав и администрация. Но для меня это также возможность участия во всевозможных конференциях, форумах, брейн-рингах и финансовых диктантах. Я, как председатель студенческого научного сообщества, участвовал в таких проектах, конференциях, как Общероссийская научно-практическая конференция «Проекты настоящего и будущего России», конференции «Очевидно невероятно в моей будущей профессии», брейн-ринги и финансовых диктантах. Я считаю, это был хороший опыт, который поможет мне в дальнейшем университете. Я буду очень скучать по литературно-творческому объединению «ЛИТО». Мы устраивали вечера встречи поэтов и писателей, пели песни. И уже второй год колледж МУЗГУ принимает участие во Всероссийском школьном шекспировском фестивале. Наша маленькая семья литовцев навсегда останется в моем сердце. А я очень благодарна за опыт участия в профессиональных конкурсах по стандартам WorldSkills Russia. В этом году я принимала участие в компетенции фотография, а в прошлом году мой одногруппник Амир занял второе место по компетенции компьютерный дизайн. А я участвовала в первом отраслевом чемпионате в сфере туризма Travel Skills по стандартам World Skills Russia. Конкурс был организован при поддержке Комитета по туризму города Москвы. Я и студент первого курса Даниил Горбатенко приняли участие в компетенции интерпретерская деятельность, где выполнили 2 конкурсных задания, представили туристское направление и прошли аттестацию туроператора. По результатам конкурса наша команда заняла 2-е место, взяв серебро. Мы всегда уделяли большое внимание здоровому образу жизни. Уже не первый год к нам в колледж приходят представители организации «Молодежь за трезвую столицу». Проект направлен на поддержание здорового образа жизни и создание общества, свободного от алкоголя, табака и других наркотиков. Также в этом году в колледже проходили интересные встречи-диспуты с сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков и сотрудниками ГИБДД. И это общение с представителями различных структур некоторым пошло на пользу. Я
Я буду вспоминать конкурс разборки и сборки автомата Калашникова, где 2 года подряд становилась чемпионкой среди девушек. Мой личный рекорд – 30 секунд. Хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса и передать им привет. Больше всего мне запомнилась акция, которую мы проводим в колледже уже 2 год подряд – «Письма памяти», где студенты могут написать письма своим прабабушкам, прадедушкам или же неизвестным солдатам и поблагодарить их за мирное небо над головой. Эта акция завершается на линейке, на которой мы крепим наши письма на своеобразную стену памяти и отдаем дань уважения минутой молчания всем павшим в Великой Отечественной войне. Вспоминая прошедший год, невозможно не сказать о большом и серьезном этапе в жизни колледжа и университета – это получение аккредитации. Мы вместе готовились к серьезным тестовым заданиям, проходили анкетирование, подводили итоги. Каждый из нас чувствовал свою ответственность за честь учебного заведения. Мы от всей души поздравляем университет и колледж с этим знаменательным событием. Наше обучение в колледже подошло к концу. Было много хорошего. Было много разного. Но мы вот-вот получим дипломы о среднем профессиональном образовании. И мы хотим от всей души сказать спасибо директору колледжа Гущиной Елене Валентиновне, администрации колледжа, всем методистам и уважаемой учебной части, любимым педагогам, которые, несмотря на все трудности, сделали из нас настоящих специалистов своего дела. И всем-всем, кто так или иначе принимал участие в становлении нашей личности. Мы вас очень любим. Мы вас очень ценим. Спасибо. Спасибо вам за все. Спасибо. 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 Пожалуйста, проходите, проходите. Дорогие наши выпускники, живите яркой и интересной жизнью. Всегда стремитесь только к успеху и добивайтесь побед. Ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом. Двигайтесь вперед, ведь движение – это наша жизнь. Выпускникам хотела бы пожелать, конечно же, успехов во всех их делах и начинаниях. И состояться не только в профессиональной сфере, но и в семейной жизни. Чтобы у них была бы здоровая, крепкая, большая семья, которую бы они могли бы обеспечивать, поднять своих детей, дать им образование. Пусть лучшие качества, которые вы приобрели благодаря педагогам колледжа Московского гуманитарного университета, приумножаются. Чтобы в их жизни было интересное дело. И чтобы это интересное дело их настолько увлекало, что им, может быть, даже не хотелось в отпуск. Ну и по-человечески, чтобы если и хотелось в отпуск, то они умели отдыхать, радоваться, веселиться и быть нормальными людьми в нормальном обществе. Очень надеюсь, что большинство из вас продолжит обучение в стенах нашего Московского гуманитарного университета. Смотрите в будущее уверенно, но не самоуверенно. Будьте жизнелюбивы, но не самоуверенны. Щедры, но не расточительны. Обязательно добивайтесь своих целей, не забывая при этом о честности и порядочности. И пусть удача и успех сопутствует вам. Уверенно ступайте в добрый путь. Hello. My name is Dasha. I'm typical. Каждый из нас мы... Дарья Александровна, да. Он такой подборит, берите меня, да, что же такое? Контроль за... Понятно. Здравствуйте, здесь мы провели, здесь 4 года. Здравствуйте, здесь мы... Нет, не здесь. Мы вас сегодня никого не видим. Директору колледжа Гущиной Елене Валентиновне. Куда это же
сложно было смотреть все это время.